16 по 22 июля в Ульяновской области проходит оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2019». Сотрудники подразделения МВД России по Ульяновской области с привлечением сил и средств ОМОН Росгвардии проводят рейды на соблюдение положения миграционного законодательства. Таким образом, на городской плодовощной базе проверили 2 десятка иностранцев. На 2 граждан зарубежных государств составлены административные протоколы за несоответствие цели въезда на территорию Российской Федерации и 1 протокол на гражданина России за незаконное осуществление трудовой деятельности.